Когда я услышал, что Ромеро выбыл с боя, я был очень разочарован, ведь я намеревался сделать громкое заявление и с победой выйти на титульник. Я был сильно расстроен, но я все равно покажу, кем я являюсь. Я чемпион. Кого бы передо мной ни поставили, я его снесу. Да, скорее всего, Жакаре рассматривает меня как более простого оппонента. Я не так высоко в рейтингах, у меня не такое большое имя, но он очень сильно ошибается. Он один из настоящих легенд джиу-джитсу, и люди боятся его. Но в моем арсенале есть то, с чем Жакаре еще никогда не сталкивался. Лучший граунд энд паунд в мире. В поединке я иду за финишем. Я даю фанатам то, чего они хотят.